Hello guys, welcome back to channel. My name Vladimir. И сегодня я вам хочу рассказать о чем? О том, что мой способ действительно действенный по настройке вашей аккумулятора, iPhone, iPad, чтобы ваша автономность была свыше 30 часов, как у меня. Так, что для этого нужно? Я вам сейчас наглядно продемонстрирую, чтобы вы понимали. Я докажу, что мои предыдущие ролики по iOS 13 и другим iOS действительно действенные, самые эффективные. И всего лишь в 3-4 настройках вы добьетесь желаемого результата, как у меня. Сразу хочу сказать, то, что я не задрот, сильно много не сижу в соцсетях, в игры вообще не играю. Как бы немножко ютубчика, немножко инстаграмчика, других каких-то соцсетей. И, в принципе, на этом все. Звонки, естественно, и как бы вы должны отталкиваться именно только от этой информации. Для полных задротов это не подойдет. Сэкономят, конечно же, вам батарейку, но не так явно эффективно, как это выглядит у меня. Давайте же посмотрим, как это сделать. Так вот, я наглядно вам демонстрирую. Сегодня 12 декабря. Как видите, у меня 27%. Переходим в батарейку. 97%, как было, так осталось. Смотрим, в 5 часов утра был заряд 100%, сейчас 15.06, а это значит, что он проработал 34 часа. Что для этого нужно знать, чтобы сделать себе такую производительность вашей батареи? Вам нужно будет использовать энергосберегающий режим. Раз. Перейти в сотовые данные, если вы когда пользуетесь без Wi-Fi, чтобы вы знали, на Wi-Fi не так расходуется трафик и энергоемкость сохраняется больше, чем в сотовых данных. Поубирайте ползунки с тех приложений, которыми вы не пользуетесь, это два. Дальше вам нужно будет зайти в конфиденциальность. Вот, отслеживание геопозиции. Здесь отрубаете точно так же на каждое приложение, когда вы используете, когда не используете, ненужное отключаете. Системные службы. Убираете все лишнее, оставляете только, как у меня, это самое необходимое. Вы вообще можете все отключить, это вам сэкономит заряд, я вам гарантирую, 100%. То есть здесь постоянно идет обновление данных, делитесь вы данными, и это вам не нужно, поверьте мне. Вот, поделиться геопозицией здесь включаете, чтобы вы могли следить ваш телефон. Дальше, оповещение геопозиции здесь вы отключаете. Отслеживание здесь тоже отключаете. Здесь по приложениям HomeKit, там везде движение, фитнес, вот это все подключаете, это вам не нужно. Вот, аналитика и улучшения. Это самое главное, то, что чем вы делитесь с компанией Apple, об ошибками с ваших устройств, iPhone, iPad и так далее. Здесь все отключаете, потому что именно как раз вот этот пункт самый прожорливый. Отключили, ну и реклама от Apple, точно так же здесь персонализированное объявление, отключаете. Все, вам больше ничего не нужно. Включаете энергосберегающий режим, включаете комфортную для вас яркость и все. И этого вам более чем достаточно, и ваш телефон может точно так же прожить, как и мой. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. И никогда не забывайте оставлять положительные комментарии, если помогло вам это видео. И прожмите, естественно, лайк, чтобы этот результат был более положительным и эффективным для других людей, которые обратят внимание на этот видеоролик, смогут с ним ознакомиться и сделать то же самое, как и вы. Всем пока!